Что думаешь по поводу вышедшего в продажу EVM Эльбрус? Не пробовал, не знаю. Есть ли в нем необходимость? Ну, необходимость есть во всем. СССР был как подводная лодка, в которой, как феодальное хозяйство, в котором все свое, своя скотина здесь растет, живет здесь, блин, трава растет. На подводной лодке свиньями. Да. Особенно со скотиной было хорошо. Тут репа растет, здесь штаны ткут, все должно быть свое, потому что в любой момент эти сволочи с этого цивилизованного Запада тебе крантик перекроют, и ничего у тебя не будет. Вот ума хватило на то, что типа... как его, враги говорили, что Россия это сырьевой придаток, а наши интеллектуалы сказали, а Запад это технологический придаток к нам, типа у нас есть нефть, и мы все, что надо, мы все купим. Ну вот, крантик прикрутили, и что вы теперь купите, хотелось бы узнать, а промышленность своя не построена, а производить ничего не можем, начиная от сыра и, не знаю, там, кончая шматьем, и чего теперь, вместо того, чтобы строить свою... промышленность, разговаривали про демократию, как она, на хлеб намазывается, демократия, нет? Вот так и с компьютерами. Все должно быть свое, и железо, и софт, и вообще. На данный момент даже они же не продаются там в компьютерном мире. Они поступают для нужд всяких государственных учреждений, у которых секретность должна быть. И это тоже.